Любишь долма? Нет, потому что у вас не умеют готовить долма. Этот безобидный на первый взгляд диалог из фильма «Мимино» помнит все. В советское время мы все умилялись, потому что азербайджанцы считали армян близкими и дорогими соседями, почти что братьями, и разногласия по поводу той же долмы не воспринимались всерьез. Какая разница, что слово «долма» тюркского происхождения, если мы все братья? Но на самом деле, все это не было так безобидно, как наивно думали азербайджанцы. Началось с долмы, а закончилось оккупацией территорий. Кто-то скажет, ну вот, опять они про долму. Да опять. А вспомнилось это потому, что в проходящей на Первом канале передаче «Жить здорово» ведущая Елена Малышева устроила целое представление, посвященное так называемой «армянской долме», и даже умудрилась поведать о ее пользе с точки зрения кардиологии. Очень многие народы долму готовят. У нас было целое научное исследование, какой же народ больше, лучше и дольше всех готовит долму. Победили армяне, поэтому сегодня у нас долма армянская, просто дрожа от восторга, сообщила в студии Малышева. Вот уж интересно, это что за научное исследование такое было проведено передачей? С чьим участием и кто эти корифеи кулинарии, или может кардиологии? Кто определял победителя? Готовил долму известный пианист-аккомпаниатор Левон Аганезов, и пока это происходило, госпожа Малышева просто извелась от нетерпения и метала, направо и налево слащавые комплименты, а ее соведущий, врач-кардиолог Герман Гандельман усиленно пытался объяснить, почему, это в общем-то обычное блюдо и его совершенно обычные ингредиенты, так поразительно полезны для здоровья. Смотреть на эту клоунаду, в которой не кривлялся, наверное, только Аганезов, было достаточно неприятно. Наигранно и натянуто. И в атмосфере сюжета этой оздоровительной передачи витало ощущение искусственности, будто вся съемочная группа понимает, что делать этого не надо. Конечно, не надо. Есть, наверное, достаточно других блюд, которые реально можно было бы отнести к армянской кухне. В конце концов, должно же быть у армян хоть что-то свое. А то может получиться вот такой конфуз. А какое традиционное блюдо? Вот я для себя хочу узнать традиционное армянское блюдо. Толма. Толма, что это? Толма – это... Долма, знаете? Она как-то, может, по-другому называется. Что? Из чего состоит? Мясо, листья, виноградные листья. А, это голубцы наши. Ну, почти как голубцы. Ну, это не то же самое, не то. Как фарш. Да-да-да. У нас повкуснее. Так вот, для рассказа можно было выбрать другое блюдо, а не то, вокруг которого существуют проблемы и противоречия. Тогда не потребовалось бы оправдываться, выдумывая туманное так называемое «научное исследование» и так плохо выглядеть. Обычный пропагандистский ход, необходимый армянской стороне. Ведь фильм «Мимино» смотрело большинство, а о том, что в 2017 году ЮНЕСКО включило рецепт приготовления азербайджанской долмы в список нематериального культурного наследия, среди аудитории Малышевой наверняка знают единицы. Пардон, но приятного аппетита Малышева и ее аудитории желать не будем.